Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. В детстве каждое лето я отправлялся с родителями к бабушке в Хадыженск. Это было настоящее приключение. Такой пыльный южный городок, практически сплошь одноэтажный. Громады кавказских гор, нависающих над станицей. Изабелла гидозрелая, еще зеленая, свисающая с навеса между летней кухонькой и домишком. Разбитые тротуары, рынок. Такой же пыльный, как все остальное, шумный и безумно для меня интересный. Дело в том, что я-то родился в малюсеньком поселочке в Татарии, и у нас, конечно, была площадка для торговли, рынок так называемый, но там народ появлялся только по выходным, и среди всей кучи столов заняты были для торговли там два или три. За одним продавали мясо, а за другим семечки. Все. А на этом южном рынке были старьевщики с кучей разных интересных штук, какие-то кувшины, прялки, еще что-то, конечно, горы всяких южных фруктов и сладостей. В частности, меня интересовали козинаки. Причем всегда из подсолнуха. Собственно, то, что козинаки могут быть не только из подсолнуха, но и из других семян, и даже орехов, я узнал в достаточно зрелом возрасте. В общем, сегодня я хочу приготовить нечто по мотивам, так сказать, ностальгических воспоминаний. А что, быстро и вкусно. Итак, здесь у меня миндаль, тыквенные семечки, семечки под солнухом, грецкий орех, фундук, вяленая клюква, изюм, курага, овсяные хлопья и кленовый сироп. Ну, собственно, и кленовый сироп-то не обязательно брать. Вполне подойдет и мед, и обычный сироп. Инвертный, например. Если кто-то пропустил, я вам показывал вот в этом ролике. Готовится очень просто и очень быстро. Рецепт настолько примитивный, что его рецептом-то назвать сложно. Курагу залью кипятком. И для ускорения отправлю в микроволновку. Пару минут максимальной мощности хватит. А орешки можно пока слегка прогреть. Все обжаренные, мне кажется, более вкусными. Ну, тут кому что. Вообще, что касается вот этого набора, это дело вашего вкуса. Теперь вот это надо превратить в кашу. Я воспользуюсь вот таким измельчителем. Если такого нет, можно распаривать подольше или даже проварить, а потом протереть все через сито или на терке. Я пару раз вжикну. Так. Ну, теперь сюда же отправлю сироп. И опять пару раз вжикну. Малая механизация очень облегчает работу на кухне. Теперь надо все смешать. Пюре из кураги. Овсянку. Орехи. Короче, все в кучу. И хорошенько, как следует, перемешать до абсолютной однородности. Если любите, можно, кстати, и кардамон сюда добавить, ну или еще как-нибудь ароматизировать этот состав. Так, смесь готова, надо ее переложить в форму. Чтобы меньше отмывать потом, я обернул ее бумагой для выпечки. Вот, сюда все. Разровнять и уплотнить как следует. И теперь на 20 минут в духовку. Температура 200 градусов. Ну а когда оно все там склеится, прогреется, нужно будет достать, остудить, нарезать и пробовать. Подождем. Собственно, на этом все. Смотрите. Красота. Это, конечно, совершенно не те козинаки, которые были в детстве. Здесь гораздо более богатый вкус. Мне так нравится вот это сочетание сладости, орехов и кислой клюквы, что я, наверное, в следующий раз даже без изюма буду делать. Просто клюквы побольше положу. Это классно. И, наверное, да, про кардамон сказал. И кардамон тоже добавлю. Это будет интересно. В принципе, как видите, делается очень просто. Можно и дальше накрутить на эти батончики, залить, допустим, шоколадом темперированным. У вас будут такие конфеты. Будет просто супер.
присоединяйтесь ко мне в моем ностальжи по детским сладостям. Готовьте. Огромное вам спасибо за ваши лайки, за дизлайки, за репосты. Огромное спасибо тем, кто комментирует. Мне приятно с вами общаться чертовски и приятно видеть вас, своих единомышленников. Ну и отдельное спасибо спонсору Самуре за спонсорскую поддержку и за предоставленные ножи. Спасибо за компанию. Всем пока!